Тем следующие модели. Свободный спуск с верхней страховкой. Спуск. Осуществляется. Готов. На безопасном расстоянии. Участники, прежде чем выполнять упражнение, обращают внимание на требования безопасности. После выполнения самостоятельного подъема и спуска, выполнение, переход на вертикальную лестницу, которая находится на противоположном стороне аэродрома. Подъем по вертикальной лестнице, переход для подъема и спуска груза массой 24 килограмма условного ящика грузом. Участники, выполняющие упражнения, должны находиться в безопасном состоянии с соблюдением интервалов дистанции. Переход участников. После подъема и спуска. Страховка готова. Готов. Переход по лестнице переправе. Пошел. Самостоятельной страховкой. Спуск с использованием. Подъем круто. Место снижения на немножко, которое находится за скалодромом. С первой стороны скалодрома. Участники не смогут самостоятельно пройти на правый план и посмотреть, помогаемый за передней стороны. Находится грёзно. И выполнение упражнения. Затем следующее. Переход по качающимся крюку. Прохождение по наклонной и горизонтальной лестнице. Балло внимательнее. После выполнения прохода горизонтальной лестницы спуск по веревке с силовым способом. Задачи, решаемые на занятии. Молодой, лечащий веревку в безопасном виде, где завершается центральная техника, отрабатывается приемы безопасного удаления крайних форм рельефа. На веревке осуществляется подъем на спуск с помощью альпинистского движения с обязательной верхней страховкой. Горизонтальная лестница, самоклонная лестница, качается прямом, находящийся... Возможно, спустите внимательнее! Да, последнее выполнение. Соблюдение интервалов дистанции.